Январь 2018 года войдет в астрономическую историю. Уже второй раз за месяц зафиксировано падение метеороидов. Метеороиды – это целый класс небесных объектов, к которым относят метеориты, астероиды и даже болиды. Вообще метеороид – это подразумевает большой класс объектов. Сейчас как раз вот к этой классификации в мире, хотят все-таки разобраться, потому что к метеороидам относят все. И метеоры, и метеориты, и болиды, и астероиды. Все называется единым термином метеороиды. 16 января в американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, было зафиксировано падение метеорита. Об этом заявила пресс-служба Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов Америки. Ранее 7 января с подобным явлением столкнулись и жители Республики Татарстан. Редакция «Универньюз» уже сообщала об этом событии в одном из своих выпусков. Загадочную голубую вспышку тогда могли наблюдать жители Нижнекамска, набережных Челнов, Елабуги и других городов и сел. Метеорит, он упал на землю. Я думаю, что он в итоге его остатки будут найдены. Можно сказать, тогда будет, из чего они состояли, то есть вещественный состав. Можно сопоставить его, разумеется, с тем явлением, которое было зафиксировано около набережных Челнов. И тогда я хочу сказать следующее, что опять-таки, видите, он классически падал около Детройта, то есть достаточный промежуток времени светился. Сам метеорит пока входил в плотные слои атмосферы. Потом опять произошла такая взрывная волна небольшая, и он упал на Землю, вызвав небольшое землетрясение. Скорее всего, на нашу планету упало гораздо больше метеоритов, чем мы знаем. Шанс падения одного метеорита на наземный участок планеты очень мал. А в январе мы наблюдали сразу два таких случая. Эксперты предполагают, что большая часть метеоритов упала в водную гладь, ведь суша нашей планеты составляет всего 20% от всей площади. Но следов падения других небесных тел пока найдено не было. Олег Кашин, Универньюз.